В сети интернет появилось новое видео с камеры наблюдения, расположенной внутри дома престарелых и инвалидов в городе Якутске, на пороге которого скончался его постоялец. Камера зафиксировала, что за все время, пока 42-летний мужчина замерзал на крыльце соцучреждения, охранник находился в 2 метрах от него. Около 8:30 вечера 5 февраля охранник заведения запирает входную дверь, проводя последних работников. Через 50 минут к дому престарелых приходит Семен Евстафьев и стучится в дверь. Однако охранник либо не видит его, либо игнорирует. На видео отчетливо видно, как охранник смотрит в телефон, наливает себе чай, но к двери не подходит. Следственным отделом по городу Якутску Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи устанавливают все подробности произошедшего, а также изучают камеры наружного и внутреннего наблюдения, которые установлены на здании и внутри помещения дома престарелых и инвалидов. Кроме того, продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить причину смерти потерпевшего.